Добрый день. Предлагается вашему вниманию очередной вариант конвертера 1 вары RS485. Отличие этого конвертера от предыдущих в том, что он сделан не на базе, не использует канал Wi-Fi, выполнен на другом микроконтроллере. Все настройки контроллера такие, вот сейчас на индикаторе мы видим, показывает температуру в 10 раз больше, нужно поделить на 10, чтобы увидеть десятой доли. Здесь задается и видно номер слейв устройства и скорость выбранная, что соответствует 9600. Максимальная скорость 19200, если записать четверку в нужный регистр. То есть все сводится к тому, что мастер в определенные регистры записывает необходимую информацию, необходимые значения, которые будут с помощью которых можно менять как адрес устройства в сети, так и в небольших пределах скорость. То есть 9600 и 19200. Там можно сделать, конечно, скорость еще меньше, 4800, но я думаю, это уже не имеет смысла, поэтому основные числа это будет 3 и 4, что соответствует 9600 и 19200 скорости. Ну а слейв устройство задается от единички там до 247. Сейчас давайте попробуем нагреть датчик. Мы видим, значение его растет. Есть индикатор, который отображает обмен с устройством. Давайте сейчас я его отдельно покажу вам, продемонстрирую. Вот такой вот датчик в таком вот корпусе. Винтовое соединение. Ну, данная система удобна тем, что если у вас уже имеется, скажем, в доме или на производстве разводка RS485, то вы в узел включаете вот такое вот устройство. Питание, сразу скажу, от 6 до 24 вольт. А уже дальше удлиняете до нужного места с помощью кабеля 1 вара. Особенностью данного конвертера является, что он работает всего с одним датчиком типа D18B20, длина кабеля до 30 метров и его низкая цена. То есть это бюджетный самый вариант без веб-настроек и одним датчиком температуры. То есть такой вариант тоже имеет право на жизнь. И тот, кто ищет оптимальное решение, может заинтересоваться таким датчиком. Вот его реальные габариты. На этом все. Спасибо. Следите за новинками.